что забывайте, ну ты квадо, вот, выпилить не делайте, и старайтесь все-таки, когда технику делаем, удары, это больше касается там желтых поясов, зеленых, делайте все-таки качественно, чтобы у нас фотографии качественные. Хорошо? Вот, вы сейчас лицо нашего лагеря. Ваша задача, особенно черные пояса, так все красиво. Голову потянуть к полу. Тебе? Yes! Махи ногами, прямой мах. Она? Толь. Тед. Нет. Дальше.
Хоп. Виктория, на передней ноге бьем и поменяй стойку с коленом. Ель. Вальгеда. Делаем ноты общаги в передней ноги. Назад.
Виталь, передний на гелик. А хоп. Ель. Маргиде. Ана. Тель. Ерик, на свое место встань. Ты не должен уходить вперед. Тет. Нет. Тосот. Есот. Альгап. Эдель. Хоп. Ель. Альгаде. Последнее. Но Федор, шеди. Две. Передний нож. Ана. Толь. Сет. Нет. Досот. Десот. Альгап. Командный дух, вот это вот очень важно, вот именно, это самое главное, для чего мы делаем. Ведь в лагере мы все вроде бы тренируемся отдельно, но все равно мы как единый организм. Если что-то у нас происходит в одном отряде, то, соответственно, и другой отряд, значит, что-то не сделал для того, чтобы общее целое победило и правильно все сделало. Поэтому... Для старших, прежде всего, от себя хочу сказать, что вы должны быть примером для младших ребят и показывать им, как нужно быть действительно старшим, как нужно быть тэквондистом. Это очень важно, это важно во всем. И вы им должны помогать. А младшие, соответственно, должны тянуться за старших и стараться... Хотя бы в беге мы смогли как бы перегнать. Но это наша общая победа. Неважно, маленькая, большая, но это наша общая победа. Если мы будем побеждать в своих группах, мы будем побеждать все вместе. И в итоге и тэквондо будет развиваться. И вы будете чувствовать себя проще, когда люди рядом вас понимают. Понимают, что такое тренировки, понимают, что победы даются только тяжелым, изнурительным трудом. Только так. И никак иначе. За красивые глазки никому не дают. Вот. Ну, в принципе, наверное, я все сказал. Сейчас Анунто Каунде обжимок Чуруги станет. Шаг будем делать в ту сторону. Влево. Шагать будем влево, да? Несколько раз скажем тайквондо и задержимся. И сфотографируемся тогда. Оля? А где Ольга? Ольга? Оль, с этой стороны? Красиво.
Дайте, Сергей! Вперед! Да они! Кидай!